Уже скоро. Дима, уже вот скоро? Уже подлетаем, блядь. Дима, оно все, все, пора. Ага. Пора, пора, прыгаю. Я самый первый. Красава, Дим. Я полетел. Давайте на нашу точку, вот сюда. Да. А косарь надо отдавать? Нет, это наша точка. Нам должны отдавать. Я вижу, кто-то бежит к стволу такой в прикрыжечку, блядь. Это инсайз. Он уже. Он уже все нашел себе. Ну что, за ствол? Бля, Дима опять рискует один. Да, нормально. У Дим, около тебя чувак бегает справа прям от тебя. На НВ на 330 где-то там. Прям в упор к тебе. Да, я вижу. И кончаю его. И у Шуса тоже там, блядь. Это у инсайза. А, подожди, их тут двое, это враги были, блядь. Да, это враги были. Охуеть. Они не заметили нас, нам повезло, блядь. Я нашел винторез себе. С ранением один. Пока безоружен полностью. С дробовика хуярит кто-то тут в упор. У тебя нет там пушек? У меня винторез тут в руках. Дай мне одну пушку, да, одну пушку, с любой. Блядь. Пойдет. Думаешь, ой, СКС есть. Центральных есть. Слева... Юга от тебя, Макс. Я понял. Вижу, еще бегают около трех ангаров, двое вышли. Голым удал. Голым удал. Да. Или это вижу в контейнерах. Вместе закинули. На юге контейнер синий. Алькор, вот прямо в этих контейнерах бегали люди. Я знаю, и из трех ангаров к ним вышли на помощь двое. Понял. Залутанные, причем очень неплохо. Шус, на юге синий ангар, прямо напротив, один стоит открытый, там пацан внутри. Вот здесь? Вот. Нет, дальше. Да, блин, на юг, вон бежит. А, попа, забей. Пусть с ним, Дим. Все, вам все. У меня, блин, человек тут, сука! А! Синий в ангаре, пожалуйста. Да, этот все. Надо с него поднять. М-ка лежит, класс, беру. Иди вектор, там, я могу дать М-ку, подойди ко мне, Алькор, дам М-ку. Не-не, вектор на где а далеко? Сети, блядь, на дальних красных, короче. Азиму. Трое там. СВ? Блядь, да, патроны. Нет, на С ровно. Понял. Там перестрелка, по инсайзу хуярит. Средняя отлетит. Где-то, где инсайз? Они внизу, короче, центральные эти ангары с юга. Пушку кому дать? У меня пока нормально. Окей. Сайга пойдет, я думаю, я буду ближником. Я красный могу на себя боить, в принципе. Они не там надо. Бегают, они прям в проходе двое. Обходят, справа уходят. Дима, смотри строго 240, он выйдет сейчас. Три зеленых и потом прикрою. Один такой темно-зеленый за прикрою, ними. Прикрою, Дима, с этой стороны. Блять, по мне пытаются. А слева, по-моему, кто-то стреляет на стрелок. Это по мне. Справа смотрю. Все спокойно. Они уже за территорией. Один за территорией уже. На вышку поднялся за территорией, где баги стоит. Угу. Бля, может немножко вижу, бежит, сука. На юго-востоке забежал вот эти вот контейнеры. Вижу там, где баги двое бегают. 240, тишина. Один разъебал другого на баге. Я пойду ближе. С тобой пойду. Дай по ними заехать. Разъебал еще одного. Где он, Дим? Он впритык здесь справа от меня. Притык прям. Притык смотрит, по мне, блядь. Мне что-то будет. По мне попало. Я не понял. Это откуда. Здесь пацан. Притык ко мне. Понял. Вот здесь за синим этим. Нет. Прям за зеленым. За зеленым или синим? Уже синий. Где-то здесь. Забежал. У меня стоит. Он стреляет кого-то. Хуячил. Подхуячил его сильно, но я там был. Положил одного. Алькор, давай, у меня есть поинтереснее ствол. Давай, там он за этой штукой. За ага, вижу. Штукой. Слева, там справа. Там у него друг еще есть, так, что возможно. За вышечкой, Дима, за вышечкой, Дима. Давай, я убаюсь. Убил. Хорош, блядь, это так охуево было сейчас, Алькор, вообще непонятный муфты совершил. Я думал, что типа сейчас начнет выходить меня поесть, в это время его вспомнишь. Ну, что у них по оптикам было там, что? А, бля, мне 5-6 не надо. Еще бегут 195. 195, ребят. За территорией, один бежит. За, через дорогу прям. От меня 195, вам СВ. К ангарам. Возвращается назад, короче, к домам. Кангар? Вижу, пацан бежит далеко на юге. Вот, я его и видел. Вижу тоже, могу поработать, кстати. Давай. Ну, ты попадем. Я два раза попал. Попал, ебать, я попал. Я два раза уже попал, ты третий раз. Опа, он лёг, ебать, ошибка. Попал еще раз, попал. Пизда ему, блядь, всё. Бля, ебать, сделал. Ну все, он точно труп. Ему недолго осталось, там еще три попадания, пока он лежал, было. Блять, у меня замер экран. Он, кстати, не один. На секундочку. Такой жесткий. На юге, приз. Да? Вроде как. А? Что? Я снизу? Кто 72, хуй? Есть патроны? У меня 20 штук.
нужно будет. Бля, баги без колеса и пошли в борду. Берешь? Что там за тачка? Берешь. Здесь нет тачки. Тачку уже спишь же. Сейчас я заберу вас на машину. На машине? А я возьму вторую баги и поедем. Да, мы на двух баги заберем вас. Скорее, выезжаем. Я этот инсайд возьму. Да, давай. Дима, ты на руль. Давай пробуем машину посмотреть через мостом. Не надо там. Бля, я бронил. Иди возьми, вон он на вышке, вот на этой, ближайшей. Давайте мы в круг. Не надо разделяться. Вызываем, заезжайте. Нет колеса, понимаешь? Езжайте, мы нормально вас догоним. Давай через поляну, через вверх. Через слева ясную и поляну? Слева, да, давай, да, 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 через. Че гонишь? Бля, нормально, это новая метка. Давай рожу. Давай машину возьмем. Давай машину возьмем, да, вот там две машины. Нет смысла, убираем. Подожди, там уже все залутано, зачем? Не-не, тут машины есть, тут машины. Сейчас вдоль круга пойдем лут возьмем с пацанов, ну? Так мы там и будем как раз. Не-не-не. Сейчас пацаны поедут из Георгополя по этой дороге. Ну где ты их принимаешь? У нас пацаны, кстати. Вон, сзади вон, сзади пацаны, стране, блядь, алло. Блядь, сейчас спрячься. Они подходят к этому. Спрячься. Они собираются ехать. Они поехали, блядь. Они пытаются дождаться своих, я не даю сесть. Один вырублен, по-моему, почти. Хорошо. Наверху еще. Там еще вышла парочка. Вышел машина. Без дыхалки, блядь. Работаю как могу, без дыхалки. Видите, еще вырубил еще одного. Перезаряжаю. А где еще? Наверху за деревом на горке. Там же, за машиной. Азимут, 15 готов с нашей стороны. Готов, готов. За готов деревом еще, да, один стоит. Все, все они мертвые, алло. Все? Я добил. Давай, машина. Круг идет, но не сильно. Надо залутать. Конечно, надо залутать. Ты решил остаться? Бусты есть или? А, у нас, да, один, Макс, тормози, Макс. Я, короче, беру, потом скину, чтобы... Ты свой бежит по полю, смотри, от домов. Не вижу пока. Вижу. Погнали. Дай мне карту, дай карту. Бери, бай ты просто. И второго давай, да. Он лег. Ошибка, блядь. Вырубил. Все, два пацана было, да? Пошли тех полутаем. Там а, еще у них еще... И там еще есть. Там еще есть парочка. А, ты добил его? Нет, они оба лежачие, но там есть еще... у них друзья. Вижу, друг, он бегает около там, где машину мы хотели брать. Тут где-то они кого-то убивали, говорят. Там, где машину мы хотели брать, чувак бегает. В гараже. Ой, вижу, лежит. Понятно, я не вижу. Пригоните УАЗик, УАЗик пригоните сюда, вы вдвоем, пацаны. Да, да, пойдем. Они бегают там, где мы машину в гараже искали. Вижу. Угу, понял. Димка. Всё, гони. Экран, еще ты взял. Они в этом здании, бля, слышишь? Блядь, ссылок нету нихуя. Садись. А может мы поедем отсюда? Я убил одного за пределами зоны. Садитесь ко мне, подъезжайте. Подъезжайте ко мне и поедем. Блять, ну у них там, конечно, столько лут, пиздец. Да что это такое? Один раз нажми, не прожимай много. Нажми и успокойся, вот, молодец. Давай к ним поедем, добьем, залутаем, или что? Вот тут пацаны в доме. Он наверху, на крыше, блять, есть. За цистерной. Хуй с ним, поехали. Мы прям перед ними едем. Дай хуй с ним, поехали, блять. Удачи ему тут выбраться из этого круга, блять. Он вышел из АКСР, блядь, сейчас ему дам, да. Пытаться. Они выпадят. Конечно нет. Нам бы в круг побыстрее. У меня, кстати, больше хилок нет. Мне нужны очень сильно патроны. Давай до круга, напрямки. Что надо тебе? Хилку и патрон. У меня 4 патрона осталось. Патронов нет, хилок нет. Вообще, я сам на нуле. На СЕ, Шус прям на тебя смотрит. Блядь, смотрел. Откуда? В домах, второй дом. Красный? За ним. Синий? Красно-белый. За красно-белым. Это плохо. Красный второй этаж, он прямо за домом. Брашим его? Я не знаю, о чем речь, я не понимаю, о ком. За этим домом, пацан, короче. Понял. Смотрел на нас, да? Ну, я не знаю, по идее заметил. Потому что ты так бежал, что... Просто встань. У тебя, кстати, шлема нет. Я знаю, где. Дверь открыта. Наверху потом. Топает. Топает наверху. Угу. В вашем доме, что ли? Да, в нашем. Ну где-то рядом наверху только. Либо следующий дом, вряд ли. Попробуем наверх. Блять, круг меня... подходит, инсайз круг. Было бы чем. Блять, ну пошли, я с тобой скажу, пошли. У меня ничего нет просто. Давай. Давай, это ты дверь открыл? Нет. Кто он открыл? Наверху шлёпает. Блять, там тачка. Это самый хуёвый момент, чтобы заходить. Давай зайдем. Готов? Да. Налево забежал один. Нас, блядь,
Сразу умер второй. Еще есть? Я чисто все. Мой нет, мой не сразу умер. Тут еще есть враги. Третий шлем заберешь, что? Да, лутайся пока, я смотрю проход. Все. Окей. Мы должны уничтожить врагов на лике. Ебать, у него всякой хуйни. Чувак, столько всего. Да. 5.56 взял, кому надо там будет. Ты кого-то убил или нет? Нет, я никого не убивал. Ну его, то есть, добил, лежачего. Можно очень быстро перебежать туда, куда нам нужно. Но никто нихуя не поймет. Потому что нам нужно куда-то двигаться. А, мистер Буст. Мистер Бустер. Да не, с трупа снял. Вон, перед нами дорогу переходят. Они идут с этой же позиции, откуда и мы собирались. В доме. Прям слышу, где он? Да. Помогаю тебе. Вон тут за твоим домом. Или внутри него. Внутри, внутри. Я понял. Я убил его. Сразу? Да, сразу, сразу. Оставь, Дима, ну блять, ну что за хуйня? Я же его убил, это моя добыча, блять. Ха-ха-ха, я лутаю. Побежал просто. Я беру бинты. Я надеюсь, тебе они не нужны. Ну, у меня ты хилку дал. 5.56 надо кому-нибудь? Ох, нихуя себе, что это было. Нет, пока не надо. Но я инстантно бежал к нему не залутать. Бежит прямо, блять, руками размахивает. Я же сказал, убил. Ну я уже там крупный. Нам переходить надо, там где он собирался. Дима трейтер, он путается. Чувак, мне что? Путается в показаниях, да. Сам ты что, трейтер, чтобы обвинять меня в таком? Нет, я убил трейтера, поэтому я честный человек. Ты не факт, что он был трейтером. Трейтер мог убить трейтера. Он был трейтером, не засчитало убийство трейтера. А если он трейтер? А, и он по мне начал стрелять первый, кстати. Ну он и пидор. А ты пытаешься защитить его. Я пытаюсь защитить себя. У, Дима, все понятно. Второй трейтер. Я пытался взять с него документы и узнать, кто трейтер вместе с ним. А ты подошел и залутал тебе документы. Зачем ты это сделал? Потому что я должен был проверить, что ты трейтер или не поймал. Нам нужно наверх подняться. Пока мы идем, нормально все. Нам главное не стоять просто. Сколько дропов? Да я не знаю, что за дропы. Мы поднимаемся типа снизу вверх. Сейчас мы займем самую высокую точку и будем смотреть во все стороны. А потом зайдем. Потом уже будем спускаться, да. Наверху, вижу. Вижу наверху, да. 75. 60-75, да, от нас. Сейчас. Далековато, не? Близковато? Далековато, нормально. Пригорочка, метров 100, наверное. Мы выше? Могу отработать. Я вижу. Мы давай с тобой на одном уровне. Можем, давай. Да. У нас деревья прикрывают его. Понял. Он не хочет упасть, к примеру, я попал. 75 от нас. Еще вижу. Другого дал. Видишь? Да, другого вижу. Вырубил одного. Опа, за деревом, там еще один. Я не знаю, сколько их я вырубил, но я стреляю по обоим. Убил, по-моему, одного. Здорово. Еще слева. Убил второго. Вижу слева челик. Вижу, прибегает на 75, бежит. Да, он очень залитый, кстати, его бы, блядь, убить. Он скрылся, да? Прочекал спину. Да, один за камнями скрылся. Круг идет. Круг идет. Вот тут надо посмотреть, встретить, к нам могут снизу прийти сейчас, а потом да, забежать в круг. Я тоже боюсь за это. А эти челики в кругу умерли? Да. Да, в кругу, по-моему. И там у них еще один, да? А ты убил того, которого мы дропнули? Нет, который убегает. Я убил двоих, блядь. Это он же, да? Это они, да, это оттуда. А это он по нам разве? Да. Да, это нам. Это нам. Он из-за дерева, да. Да сюда приземляется, блядь. Видел. Вырубил. Он за деревом? Он за деревом, там его может быть друг еще. Еще один живехонький есть, последний. Надо в круг. Мы идем. Последнего видишь, редко добиваешь? Добиваю, чтобы не поднял его точно. Кто-то работает. Он там же где-то стоит. Все, умер. Последнего. Окей, красиво. Лутать, я первый. Так тут два трупа лежат вместе, чёрт. У них походу нет прицелов. Да, у них нет прицелов. Это карта без прицелов? Чего, я не могу лутать почему-то. Я не знаю, что за прикол с прицелами. Вообще ни одного я не нашел. У меня есть кар, но... Я один из четырех стреляю. Сзади никто не идет, нет? Вроде видно, вроде. Ты так долго вряд ли пошли. ВСС есть, кстати. У меня тоже ВСС. Ага. Я с него патроны снял. Да 100% это где-то рядом. Прям под нами, прям под нами живых хочет, по-моему. Так, я начинаю... Кому-то могу дать глушак. Кому глушак дать на М-ку? Чтоб тихим быть. М-ку. А тихим как кто? Как кто? Потому как угодно. Как ниндзя, как Джеки Чан, круто. Потому что я буду стрелять сейчас с винтореза, чтобы вообще никого не было слышно. Тихий, как Джеки Чан, да, звучит. Где-то под нами бегают, по-моему, вот по звуку. Не будете спускаться, господа? Я подсматриваю так немножко. Потихонечку, можно просто. Ну, осматриваться надо что-то. Да, у нас слева вон там еще поля не паханные, в которых могут быть. Я не вижу, потому что спускаться.
А Шуст отдал этот? Кого? Отдал глушак? Нет, не отдал. О, дай мне. Иди сюда. На скоряк. А у тебя будет вот этот компенсатор какой-то? Для у меня есть компенсатор для AR-сайга. Ну то, что надо, подходи. Прям перед нами. Бля, бля. По тебе не... вижу. Откуда? Вырубил его с винтореза. Я его с винтореза вырубил. Красиво, Максим, спас меня. Понял, пойдем. Еще один левее, еще один левее под деревом. Понял, я ушел. Все хорошо. Я в круге, он нет, ему надо сейчас действовать. Вижу, вижу откуда он. Ебашьте его. Е ровно. Не вижу, Е ровно, понял. Он левее дерева? За деревом. Ловил. И, сзади, сзади, Дима, Дима, слева от тебя ровно, чувак, прям в упор. Парни, меня хуярит туда. Это я помог. Это... Типа, что он там делал? Я об этом же не успел. Он по мне, что ли, хуярить начал? Он прошел притык со мной. По мне попал, блядь, какой-то пидор. Да, пидор. Пиздец, блядь. Дал мне отпичку. Да, блядь, или что делал? Я отошел, сейчас. Нет, там пацан. Там пацан еще криво стал. Да, я отхожу. Блядь, я думал, отойду. Окей, я отойду, я вызову. Или нет? Нет, не вызову. Сука, я думал, там есть дерево еще. Ты просто встал, типа, я... Да я понял, я думал, там еще одно дерево есть, я думал, я перебегу. Не хотел, чтобы ты умирал. Да, не боюсь, нормально. Еще одного, сейчас попробую отработать. Не успею уже. Круг через 40 секунд. Левое дерево никто, да, ничего не делал. Блять, инсайс, не умри только. Один где-то на Е ровно стоит, другой 120. Вижу одного. За деревом, да? Да. Вырубил одного. Какой-то, который за деревом или где? Нет, справа который был. Понял. За камнем, да? Да-да-да. Да, надоедливый пиздюк. Он затек. 10 секунд. Я ниже спускаюсь. Я ползком. Бля, это я. Стреляет, пидор. Бля, по мне. Я ему дал, он охуел. Все, забей, он охуел. Пошел, он прямо в ебало получил. Беги. У меня хилка есть, если что. Я энергетиком хуяришь. Сейчас этот пес побежит, блядь. Уже еще 4 живых. Еще 5 плюс 5. Минус дал там один. Там еще один, там еще один. Он сразу умер. 3 живых. Все вижу, понял. Тот же есть, который... Нет? Ты убил его? Да, нет, вроде как он погиб. Еще далеко. По-моему, слева только что-то промелькнуло. Машина едет, машина едет на юге. Вижу, достал интерес. Все, я тихий, убийца. Вижу нахуй. Прям за этой ладьей есть пацан. Он будет пытаться зайти. Вырубил нахуй на входе его. Блять. Что? Еще за ладьей есть пацан. Блять, как он еще жив-то? А ты не за машиной, за УАЗиком, пацан. О, да погиб. Последний за УАЗиком. Один за УАЗиком. Я да. Убил за УАЗиком, по ногам дал. Убил? Умер он. Да. Значит, еще где-то. Еще один пацан где-то кемпит. У меня 3 гранаты, если одного я видел, он под ладью заходил. У меня ВСС и все. Ну это может он и умер. Но если ты убил, он сразу умер, это еще одна команда, значит еще один. Слева от вас может быть. Я подумаю что-нибудь забавное, чтобы убить его в этих пацанах. Посмотрите во все стороны, я байчу, ищите Захаблю его. Нет, никого. Не убивай его только, блядь. Не, я посмотрел там тень пустя такая странная. На втором этаже ладья, кстати. Сковорода, отлично. То, что нужно, блядь. Ищите его, парни. Бля, идеал. Крытый ниндзя. Тут кто-то топает. Понял. На втором этаже или первом, да? Нет. О, слышу его, блядь. Он за холмом, да? На! Бля, сука! Кто, блядь, нахуй на эту сковородку, блядь, а? Сынок, блядь, достал ствол свой, достал, пиу-пиу-пиу, да! У кого сколько было? Десятка, блядь. Прямо понял, Дима, блядь, он стреляет такой, меня дамажит, а у меня шлем третий, и я въебало такой, как Брюс Ли, пау! Красиво. Спасибо. 10.